Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Kingdom Rush. У нас следующая дополнительная миссия. Начнем вот с этой. Это у нас Ротвик. Генерал, судьба королевства вновь под угрозой. Король Банести из соседней Неромы направлялся на большой рыцарский турнир, но был взят в плен в районе лощины Скорби. Его народ никогда не простит нам, если что-то случится с их старым монархом. Это может привести к вражде между нашими государствами. Боюсь, что кратчайший путь в лощину – дорога королей, проходящая через загнивающий Ротвик. Вот так вот. И будем мы играть с вами сегодня вот за этого персонажа, которого звать Ингвар Медвежья Хватка. Воин Севера обладает Медвежьей Хваткой и поддержкой его прародителей. Особые возможности – это призыв предков и форма медведя. Ну что же, давайте попробуем. За него я еще не играл. В бой. Ага, вот так у нас выглядит Ротвик. 750 голды у меня, 20 хпшек и 15 волн здесь будет. Вот так он выглядит. Ротвик, обалдеть, да, друзья мои? Это какая-то... просто покинутая деревня. Ну что же, будем с вами начинать. Если у нас здесь будут зомби и мертвецы, а скорее всего так и будет, то нам надо, наверное, начинать с чего? С бомбарда или с магии, я не знаю. Вот незадача-то, а. Давай, наверное, с бомбарды. Я, наверное, делаю большую ошибку. Так, бомбарда, да, здесь у нас будет. Вот это вот мне еще не нравится. Территория, стопудово вот из этих домиков будут ползти мертвецы. А эта дорожка... слушай, я думаю, у нас всего лишь одна дорога, которую мы должны с вами защищать. Это вот это вот. А отсюда вот со всех щелей, наверное, будут ползти враги. Судя по всему, так должно быть. Ладно, Ингвар, будешь стоять здесь. Бомбарда и... слушай, нам, наверное, здесь нужны где-то рыцари. Давай вот сюда, наверное, влепим их. Так, только стоять они будут вот здесь у меня. 260 монет еще осталось. Я даже не знаю, может быть, магию какую-нибудь включить нам. Какую только, вот я не знаю. Какую магию мы можем включить? Ну, естественно, башню магов. Или вот сюда ее поставить. Или вот сюда. Давай сюда, наверное, влепим. А может, лучников? Вот незадача-то, а. У магов все-таки повреждений-то будет побольше. Ой-ой-ой-ой. Ладно, друзья мои, давайте, наверное, посмотрим хотя бы, что здесь у нас будет. Потом будем уже определяться. Так. Оу, генералы даже скелетов уже ползут. Причем эти по дороге идут, а эти вообще просто с кладбища вылезли. Что-то мне кажется, друзья мои, что мы тут влипнем. Посмотри, сколько их здесь. Ёпрстышечки. Ну ладно, я попробую, наверное, как-то пробиться. У меня здесь есть еще астероидный удар. Будем применять или не будем? Я не знаю, надо, наверное, применять, друзья, надо. Твою ж налево, надеюсь, не зря. Так, чтобы нам прокачать, нужно 288 монет. Как-то неутешительные здесь у меня прогнозы. Ладно, так, получил уровень у меня Ингвар. Оу, он может каких-то духов призывает. А, ну это, наверное, духи предков, я так понимаю, да? Давай вот сюда вот так вот выставим. Слушай, друзья, по-моему, как-то громко, да? Дай-ка, наверное, чуть-чуть музыку вот так вот поменьше сделаю. Вот так вот будет лучше, а то аж в ушах звенит. Так, давай бомбарду нашу прокачаем маленечко. Так, третий уровень уже получил Ингвар. Так, рыцари мои стоят. Вот эту вот башню нужно, наверное, прокачать. Хотя бы чуть-чуть. Или не нужно? Я не знаю, нужно или не нужно. Так, подожди, подожди, подожди. Куда это вы разогнали? А в чем проблема-то? Ядрить тебе на корень. Друзья мои, мы с вами что-то тут фейлимся по ходу дела, да?
фейлимся. Так, маг. Ё-моё, там зомби выходят. Вот, блин, не было печали-то. А где мой ингвар? А, ингвара уже подбили. Ёлки ты палки. Это что за урон? Это что за ничтожный урон мы наносим этим зомби? Маг, ты что? Блин. Слушай, нам нужно бомбарду прокачать. Желательно быстрее, если мы хотим тут с вами выжить. Ингвар, ну фиг ты стоишь-то, давай помогай здесь. Прохлаждается там где-то. Он уровень получил, отлично, я этому очень рад. Так, слушай, а бомбарда довольно неплохо бомбит этих зомбарей. Ты заметил? Колоссально отнимает здоровье у них. Так, нужно их здесь сдерживать. Я не знаю. Прокачиваем магов. Пускай хотя бы так наносит урон. Так, у меня метеоритный дождь подкапливается. Сейчас будем, наверное, с вами его применять. Как только здесь вот целая куча врагов у нас соберется, да, мы будем, наверное, бомбить. Ингвар где-то бегает, куда-то пошел. Я не знаю, что он творит тут. Воу, он уже превращается в медведя у нас. Какой уровень? 5-й, да, прокачки. Отлично, это меня радует. Сколько? 337 нужно у нас монет, чтобы поставить Теслу. Я знаю, что зомби и мертвецы, и скелеты, они боятся именно электричества. Поэтому вот Теслу нужно нам поставить как можно быстрее. Как можно быстрее. Оу, он уже призывает двух духов предков. Но они, честно говоря, какие-то ватные. Урона практически не наносят. 220, ага, 242 монеты уже. Мало этого, да? Гигантская крыса, 12 штук. А тут-то кто? Гигантская крыса. Друзья мои, готовимся к крысам. Походу. Так, бегут. А, нет, это мыши летучие летят. Вот они. Сколько у них там? Ой, 80 здоровья. Ну, это хорошо. С этими мы легко будем справляться сейчас. Единственная будет проблема, если их будет очень много. Но, как мы видим, не так уж и много их здесь. Так что все под контролем. Так, 337 здоровья. Я все жду, когда мы с вами сможем сделать здесь Теслу. Теслу мне здесь нужно. Так, ага. Хорошо, ну теперь, конечно, нужно статическое напряжение нам сделать с вами. Ну и прокачать высоковольтный разряд. И на одной Тесле, конечно, мы тоже с вами далеко, наверное, не уйдем здесь. И вообще как-то странно у нас. Вот этот пятачок только лишь обороняется, да? Здесь, не забывайте, что в каждой дополнительной миссии у нас есть босс. Ну, по крайней мере, раньше было так. Уж не знаю, кто здесь будет боссом в этом турвике. Но ведь кто-то же похитил, да, монарха этого. Так, ну что, давай прокачаем. Прокачал, елки-палки. Эй, ладно, кто тут у нас дальше пойдет? Крысы, скелет, воин, скелет обычный и крысы. Ну и, конечно, надо рыцарей прокачать. Рыцари это наше все, они тут. Ой. Так, скелетов мне только не хватало здесь. Ну правильно, тут эти, друзья мои, залежи мертвецов ли, и они именно отсюда и встают. Но у меня статическое напряжение здесь происходит, которое как раз их бомбит. Как раз то, что нужно для нас. Так, Ингвар. Кстати, он когда медведем, да, он неплохо наносит повреждения. Так, давай-ка мы, наверное, вот сюда еще бомбарду поставим с вами. Этот пятачок просто напрашивается, чтобы здесь поставить бомбарду. Ну, конечно, надо прокачать здесь все. Мага этого прокачать. Опа, опа, опачки. А какого лешего вы прошли? А, ну правильно, рыцари мои уже там отдыхают. Слушай, если здесь будет некромант, который может поднимать мертвых, это будет жесть. Это будет жесть, я знаю этого некроманта. Поэтому здесь нужно тоже, наверное, ставить Теслу. Сейчас посмотрим, как у нас пойдет все это дело. Так, рыцари, рыцари, надо вас, наверное, укрепить маленечко еще. Кто там у нас дальше? Зомби и зомби. А тут тоже зомби. Ну, видите, да? Слушай, неплохо Тесла бомбит, конечно, этих скелетов. Мне нравится. Так, вызываем, друзья мои, зомбарей. Оу! Они прям, смотри, вон, видите, там зомбарь, там какой-то чувак разорванный. Ноги, руки в разной стороне. Именно отсюда встают зомби. Ладно.
Слушай, они тоже очень слабы к электричеству. Вы это прекрасно видите, да? Погибают. Но их тут много. Зомби идут именно ордами целыми. Ёлки, ты посмотри, сколько их тут валит. Ты посмотри, сколько их здесь валит. Слушай, а если... Давай-ка мы, наверное, будем прокачивать с тобой чародея и вызывать здесь голема. Будем вызывать голема. Голем будет, ну, хотя бы мешаться им тут, да? Будет им... Ёпр, ты посмотри, сколько их. Давай-ка вот так сделаем, наверное. Может быть, зря я так сделал, но... Их тут слишком большое скопление было. Твою ж налево. Ну, давай, чародея мне быстрее. Чародей мне здесь нужен. Вот, вот, отлично. Чародея я сделал. Теперь нам нужно 350 монет, чтобы я смог вызвать здесь голема. Или все-таки прокачать лучше бомбарду. Так, тут еще кто? Лютоволки сейчас побегут. Блин, лютоволки еще. Это же у нас быстрые, да? Волки, которые моментально бегут. Как мы тут будем сдерживать? Голема нету. Бомбарда не прокачана. Так, еще и скелеты прут. Еще и скелеты прут. Ладно, ждем. Ой-ой-ой, какая ты слабая бомбардочка, а? Какая же ты слабая. Ну-ка. Или голема. Блин, или голем, или что? Что лучше-то? Или бомбарду качнем? Давай, наверное, голема все-таки вызовем. И, да, я думаю, голем здесь будет танцевать, если что у нас. Вызываем его. Так, где он? Куда ты, где ты стоишь-то, господи? Вот сюда встань, пожалуйста. И стой. Фух, так, а теперь будем прокачивать, наверное, бомбарду. Хотя мне хотелось бы, конечно, и рыцарей моих прокачать. А, тут еще и не все. Тут у нас разряд высоковольтный, не прокачанный, ё-моё. Вы будете, что там, ошеломлены. Вот тебе и тости. Дальше кто у нас там? Зомби, скелет воин, скелет и опять же зомби. А тут лютоволк. Погнали, вызываем. Все, друзья, здесь я прокачал полностью себе. Давай вот этой бомбардой займемся. Займемся этой бомбардочкой с тобой. Прокачаем. Но я думаю, что мы, наверное, все-таки будем делать не Теслу, а Берту. Пушку Берту. Или все-таки Теслу. Нет, Берту, наверное, скорее всего. Или Теслу. Я не знаю, или Теслу, или Берту. И то, конечно, хочется, но... Ладно, давай все-таки Берту поставим. Тесла уже есть. Вот здесь вот. А Берта у нас что? У нее кассетный снаряд есть, да? Плюс еще ракеты может она выпускать. Смотри-ка, сколько тут скопления зомбарей. Ой, скелетов. Да и зомбарей тоже немало тут скопилось. Давай-ка почистим маленечко. Вот таким вот макаром. Ну, сколько там нужно? 360. И толстушка Берта у нас будет готова. Отлично. Я боюсь, что здесь все-таки будет босс. И я думаю, что он где-нибудь отсюда, вот из этой циркушки выйдет. Тогда получается у нас короткий рукав, да? Очень короткий. И... Вот тут надо все застраивать. Не зря это все здесь сделано. Не знаю, или склад вообще попрет. Если вообще здесь будет босс. В данный момент у нас волна 8 из 15. Но рыцарей однозначно нужно нам с вами прокачать. Только кого? Священный орден или бражный зал? Интересно, горгули здесь будут или нет? Вот, Берта уже готова. Если тут будут горгули, это плохо, потому что у меня только лишь противовоздушный это маг. И... Я не помню, Тесла бомбит у нас воздушные цели. Берта точно не будет бомбить. Значит, давай на всякий случай мы поставим сюда стрелков. На всякий случай, ребят. Просто перестрахуемся. Опять орды зомбарей, а, ползут. Ну, толстушка Берта, в принципе, она как раз предназначена для того, чтобы разносить в хлам вот эти вот... толпы нежити. Лучник там что-то наяривает. И удар одной Берты, да? Показывает всю ее мощь. Опять крысы ползут. Так, что нам нужно? Нам нужно прокачать ракетные установки и кассетный миномет.
Кассетный миномет — это очень хорошая вещь. Выбрасывает очень много снарядов, которые взрываются. Так, кто у нас там дальше? Зомби. Зомби. Одни зомби, да? Ну зато много, по 15 штук. С каждой щелочки попрет. Даже вот здесь, вот под, прям под ногами у нас вылазят. Так, Ингвар уже имеет 8 уровень. 10 здесь максимальный левел. Так, а мы с вами продолжаем прокачивать. Так, маг. Ну, овцу я здесь не буду прокачивать, потому что она будет здесь быстренько очень бежать. И это чревато пропуском. Ё-моё, ты посмотри, смотри, сколько здесь ядрит тебе на корень. Очень много скопления здесь зомбарей. Ну, Берта все-таки красава. Смотри, она их практически уничтожает. Всех. С трех выстрелов. Это мне нравится. Мы можем, кстати, сюда зарядить с тобой вот так вот. Немножко расслабиться. А? Прикольно? Вообще шикарно. Так, давай-ка мы, наверное, прокачаем ракеточки. О, все, Берта прокачана полностью. Так, давай теперь что-нибудь другое брать на примете. Это будет у меня, наверное, лучников или рыцарей. Что будем прокачивать? Давай лучников, наверное. На всякий случай. Не знаю, кто пойдет. Какие монстры, может быть, горгули полетят. А у меня здесь никого нету. Нифига себе у мушкетеров радиус обстрела. Да и урон немало, да, 35-65. Но у этих очень высокая, да, перезарядка у лучников, а у этих низкая. Так, что у нас тут? Крысолак, 13 штук. Ага, это крысолюди. Крысолюди, ё-моё. Ладно. Надеюсь, мы дадим отпор достойный этим крысолюдям. Оу, смотри-ка, он уже может призывать трех духов предков. Это классно. Это очень классно. Голема, наверное, мы немножко тоже прокачаем с вами. И... Так, в яблочко. В яблочко это он может убить с одного выстрела, а шанс 20%. Шанс 20%. Ну, не знаю даже. Даже не знаю. Вот сюда, может быть, Берту еще поставить, а? Как думаешь? Было бы прикольно. Давай-ка, наверное, влепим. Прикинь, какой-нибудь Дракула, вампир, Ванюша здесь появится, ё-моё. И вот эти вот все мои пушки, которые я тут влепил, будут просто мертвым грузом стоять. Надеюсь, этого не будет, друзья. Кто у нас тут? Гигантская крыса, крысолак. Ладно, вызываем этих всех хламонов здесь. Пускай бегут, мы быстренько здесь подчикаем. Мне просто подкупает Берта именно вот своими ракетами. То, что ракеты здесь, они самонаводящие. И могут очень далеко брать. То есть она может летать, увидеть противника где-нибудь вот здесь, да, и долететь и подбить его. Это как бы выгодно. Рыцаря тоже надо, не знаю. Или же бражный... Не, давай. Давай бражный зал, так уж и быть. Фиг с ним, ребят. Может быть зря. Но пока не сделаешь, да, не проверишь, не узнаешь. Зря, не зря. Так, толстушка Берта. Будем ее ставить. Будем ее ставить. Отлично. Так, осталось только лишь прокачать. Осталось только лишь прокачать, и все будет хорошо. Вот здесь вот, может быть, нам еще где-нибудь рыцарей влепить. А то у нас только здесь вот заградительный пост. Давай-ка, наверное, вот сюда я влеплю. Сюда влеплю. Будут немножко здесь задерживать противников. Так, Берточка, Берточка, давай. Ну, пока все хорошо. У нас, кстати, 11-я волна. 11-я волна. Может быть, еще мага где-то поставить надо. Давай вот здесь вот мага, наверное, еще поставим одного. Надеюсь, не зря все это делаю. Я крысы тут с помоек своих повылазили. Лютоволки, все дела. Пока справляемся. Пока все у нас, друзья, под контролем. Так, здесь два раза прокачать, да? И вот тут надо нам левел обязательно поднять. Вот здесь уже есть, будем делать священных, священный орден будет. Потому что вот здесь вот уже бражный зал стоит. Хватит ли у меня денег все это прокачать? Потому что осталось три волны всего лишь. Лишь бы вот отсюда не пошел босс. Вот, серьезно говорю, потому что, ну, тут сами понимаете, вообще
оборона никакая. Вот здесь вот поналепил, а тут ничего. Так что молимся. Раз, два, все, эта Берта тоже у нас прокачана. Так, беремся теперь за мага. Мага, выставим голема с вами, да, если что. Да, я думаю, это будет оптимально. Пускай будет голем. Давай, давай, давай. Так, три волны всего лишь осталось у нас. А если пойдет босс, он пойдет не один. Сами прекрасно понимаете, он пойдет именно с кучей своих преемников, да. Так, кто у нас тут? Зомби, зомби. Вот здесь вот, кстати, не помешало бы поставить Теслу. Потому что когда босяра, если пойдет, тут со всех щелей, где вот эти всякие помойки, мусорки, куски зомбарей, везде полезут зомбари, мертвецы и так далее. Так что нужно будет подготовиться к этому делу. Я, наверное, здесь все-таки поставлю Теслу. Вот именно здесь. Фиг с ним, пускай будут у меня рыцари здесь не прокачанные, но зато вот тут вот будет у нас все под контролем. Все тип-топ должно быть. Так, Берт, ты смотри, как наяривают, а? От души просто бомбят. Деньги просто лопатой гребем. Так, ну что, сколько нам там? 337 нужно, да? О, видишь, какая армия здесь идет. Да, маг, придется тебе подождать. Как-нибудь попозже, если хватит нам денег тебе пропасть. Сейчас не до тебя. Ой-ой-ой, посмотри, что происходит здесь. Но они не доходят, ребят, они не успевают ничего сделать. Вот, вот она моя Теслочка. Ну давай, родные мои. Давай, давай, давай. Вот так вот. Что там у нас получено достижение? Ракета. Или ракетник. Так, вихревая атака. Вероятность проведения вихревой атаки возрастет до 20%. Урон повышается до 40-60 очков. Вихревая атака. Как наземные, так и летающих врагов могут забрасывать топорами. Угу, это все хорошо. Кто там у нас дальше идет? Лютоволк 45, лютоволк, крысолак 42. То есть сейчас будет большая такая, да? Армия сейчас на нас бежать. Значит, мы с тобой вот так сделаем. Давай встречать лютоволков, крысолаков и тому подобное. Вот именно про это я и говорил, что Берта подкупает именно своими ракетами самонаводящимися. Так, ну что тут у нас? Давай статику с тобой прокачаем, да? По фулочке. Во-во-во-во-во, крысолаки тут бегут. Армия трясогузки, елки-палки. Что нам еще тут? Раз, два, все. Это у нас прокачано, отлично. Теперь надо что-то делать нам с нашими варварами. А что с ними делать? Надо прокачивать просто-напросто и все. Наносимый варварами урон увеличится на 10 дополнительных очков. Еще на 10, да? Вот так вот, пускай будут. Здесь-то, кстати, голема надо выставить нам. Ё-моё, я забыл совсем. Сейчас сделаем голема. Смотри, какая жесть тут происходит. Ё-моё. Это, кстати, 14-я волна. Близимся, наверное, к последней волне, и там босс будет. А может и не будет, я не знаю, ребят, я просто предполагаю. Ну тут очень хорошо мы держим с вами оборону, вообще жестко просто. Давай, раз, два, раз, два, три. Все, варвары прокачаны полностью. Так, давай прокачаем яблочко. Гигантская крыса. Слушай, подожди, по-моему, не будет босса. Сейчас будет последняя волна у нас, и тут что-то не написано, что пойдет босяра. Хотя, может быть, он пойдет вот с этими армиями. Нет, тихо, очень тихо, никого нету. И это последняя волна, 15-я. Хотя, может быть, после всех зомбарей он может пойти в самом конце уже. Как варик. Так что не расслабляемся пока. Дай-ка я прокачаю наших ребятулек. Священный орден. Ну, довольно неплохо. Стоим. Блин, я забыл голема поставить. Сейчас поставим. Сейчас поставим. Вот. Големчик готов. Немножечко здесь будет веселиться. Он пока ватный, непрокачанный.
Ой, как красиво у нас. Воу, воу, воу. Зомби-то вышли откуда-то не... непонятно, откуда-то снизу. На, ну правильно, тут тоже груда скелетов. Эй, тихо, тихо, что так много-то? Что за наплыв такой гигантский? Нет, тут, скорее всего, босса не будет. Друзья мои, не будет босса, просто слишком много противников. Вон, две последние крысы, по-моему. Ага. Как же две последние крысы. Так, ну что, что, что? Раз, два, три. Раз, два. Последний, не хватило на последнюю прокачку. Не зря все-таки я здесь Теслу поставил. Очень хорошо она здесь контрит. Так что нормуль. Голема прокачал. Что это сейчас за звук такой был странный? Все, что ли? А, вот оно как, ребята. Не было здесь босса. К счастью или к сожалению. В любом случае, этот уровень прошли. Я все время был в напряжении. Не расслаблялся ни на секунду. Но, как мы видим, у нас пошла отвороточка, оказывается, от этого задания дальше. Ты понял? То есть это как бы продолжение следует. Ха-ха. Некрополис. То есть мы начинаем с деревни и идем с вами в некрополис. Ну, естественно, проходить некрополис мы уже будем с вами в следующей серии. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.